15 июля около 2:10 сотрудники госавтоинспекции Тверской области при несении службы в районе дома 44 по улице Паши Савельевой заметили автомобиль «Шкода», водитель которого при виде сотрудников ДПС повернул и увеличил скорость. Автоинспекторы решили проверить транспортное средство. Водитель на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал и продолжал движение. Преследование прошло в районе населенных пунктов Красное Знамя, Черногубово, затем продолжилось по улице Фрунзе, Паши Савельевой. На перекрестке улиц 1 Вагонников и Хромова водитель «Шкоды» не справился с управлением и столкнулся с мусорными баками. Водитель был задержан. За рулем «Шкоды» оказалась 16-летняя девушка-подросток, которая самостоятельно купила себе автомобиль. Она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Право управления транспортными средствами не имеет. Вместе с ней в автомобиле находилось еще трое – девушка и два юноши. В отношении водителя автоинспекторы оформили все необходимые административные материалы, в том числе и за остановку на законное требование сотрудников полиции, управление транспортным средством без специального права. Госавтоинспекция Тверской области напоминает родителям о необходимости контроля за досугом своих детей.